Скажи всем привет, Коль. Ай, ты мой сладкий. Ай, ты мой хороший. А, Колятя? Скажи всем привет. Мы в Леруа, вернее, в Лимана Про. И вчера был привоз. Вчера я, к сожалению, не попала. На привоз было очень много интересного. Очень много. Ну, сейчас то, что осталось, уже покажу. Так, Брион, не Брион. Сегодня привоз вот таких вот припыленных. Так, вспышечку сейчас включу. Эти стоят, вернее, не сегодня, а вчера привоз. Эти стоят тысячу, ну, почти 1400. Среди них и мирафлоры. Много рыжиков. Кстати, вот и эти вот, они в каких-то прям двойных пакетах. Там внутри целлофан и еще целлофан. Ой, и так через целлофан не снимешь. А тут еще два целлофана. Ну вот, или Монако, кто-то из них Монако. Это уже подсказывайте мне в комментариях, пожалуйста. Здесь вот такой шикарный бутылечек. Шикарнючий. Ола. Их тоже много прям. Кто тут еще есть? Рыженьких много. Интересно, подписаны? Нет, ничего не подписано. Так, поставлю это на место, пока Коляся дает мне возможность снять. Ой, вот такой вот с красивым, красивой мутацией цвета вот по краю. Кто это, не знаю. Несколько вот эти красоты. Вроде бы Исмаэль, а может и нет. Но тоже, видимо, как-то цвет так вот распределился. Очень таким пластом широким. Андора позади Исмаэли. Ну, может, это не Исмаэль, вы меня поправьте. Не стесняйтесь, поправляйте. Вот такая вот расписная красавица. Снова привезли вот эту вот желтенькую в краб. Так, там беленький, не вижу, беглип, не беглип, нет, не беглип. Так, здесь вот этот вот краснючий горизонт. Горизонт. Краснючий, вспомнила. Тут такая крупная, очень крупный цветок. Ничего себе, какие цветы здоровенные. Вот смотрите, рядом с Феррара, у нее цветы не маленькие. И вот этот вот белый с правой стороны, видите, какая разница. Он вообще огромный цветок. Так, и рядышком с ним стоит пиратик. Ой, не могу я его вон достать. Сейчас я вот так вот сделаю. Да, пиратик. Я тут прям в глубине, поэтому так вот камера у меня еще больше мелькает. В глубине снимаю их. Наверху стоят орхидеи дороже. Сейчас я их тоже покажу. Ну, там в основном вот мирафлоры и лимонный желтый краб. Ой, желтый краб, говорю. Желтый, с желтой губой. Вот они, красоточки. И они стоят 2086 рублей. Такая вот странная цена. И среди них есть и желтый краб тоже есть. Вот такой легкий краб на пыление. А, ну вот, поближе. Очень много стоит миничек с прошлых привозов по разной цене, вот 968 и по 625 рублей тоже вроде где-то стоят минички. Так, парфюмерки по 1600 еще стоят. Это все прошлые привозы. Я тут ищу, может быть, тут свежий привоз. Аньки, я тут малыш. Нет, свежего привоза тут не вижу, может, он с другой стороны где-то. Да мой сладкий. Не бери грязные ручки в ротик, солнце. Вроде бы еще орхидеи привозили по 900 с чем-то рублей. Ну, в пределах 1000. Но где они, я не вижу. Это все старый привоз. Кстати, вот тут цветашечки вот. И на них, включая и Нобели, на них скидка 30%. Также тут были и парфюмерки стояли. Сейчас тут вот минички. Ой, забыла вам показать вот этот бедняк. Вот этот красавчик.
Вот он тоже здесь есть. И еще здесь вот такой добит. Ага. И еще тут вот такой вот беглипчик. Ага, я бы сказала беглип. Андорра. Вот так вот. Какой прикольный. Ну вот они 1300, ну 1400 стоят они. Слушайте, какой интересный. Вот я вместо Андорры взяла бы такой беглип. У меня Андорры нету. Ну ё-моё, цена. Так вот, чудесный беглип. Это они просто вот так вот. Я через один стеллаж лезу вот так вот. А вот этот беглип продают в группах. И, по-моему, он называется Галактика, Галакси. Или что-то вот какое-то такое космическое название у него. Очень красивый. Очень. Да, Валяти? Красивый? Да. Проходите дальше, свободно. Ну, красивые, да. Красивые очень беглипы. Ну, ладно. Закончу я на этих беглипах свое видео. Так, у меня, напоминаю про свой канал дублеров в Яндекс.Дзен. Ссылочки в описании под видео. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, туда. Группа ВКонтакте, все ссылочки есть под видео в описании. Оставляйте комментарии, не стесняйтесь. И всем пока, до новых встреч!